Хотя вольеров типа вот этих сотых, 90-х вообще нету, да? Есть. Но ты на них вообще не ловишь. Не, уже много лет их не доставал. В чем прикол-то? Я если еду на щуку, так я большой покидаю. Ну, Никитка, я только, видишь, хотел тебя похвалить перед пацанами, что ты в клубе джерковиков. В итоге понятно, опять сейчас будешь на свои 80-е воблеры я здесь. Просто... Нет, не, ну зато ты поймаешь 100%. Никита, у нас такой студентик, закончил институт и пришел к нам на работу в рабочий коллектив. С порога дверь открыл, влетает, говорит, все, я рыбак. Так вот вам и статистика. За много-много лет второй рыбак пришел на работу. Я безумно счастлив, потому что теперь хоть на работу интересно ходить. Мы с Никиткой можем нормальные вещи обсуждать. Там вейдерсы, приманочки, спиннинги повыбирать. Короче, делом заниматься можем. Сейчас вот будем сплавляться по речушке. Реку эту вы уже знаете. Я думаю, что многие по первым кадрам сразу определили. На этой реке, по крайней мере, где, наверное, 80% участков в тени, она узенькая, все закрыто от солнца. То есть, в принципе, какой-то шанс есть что-то поймать. Но в целом мы рассчитываем ничего сегодня не поймать по такой жаре. Поэтому выбрали эту реку, вернулись на этот участок для того, чтобы хотя бы, ну, насладиться сплавом. У меня еще свой интерес, парни. В прошлый раз я был здесь, как вы помните, на фиш-каяках мы были с Юркой. А сегодня мы приехали на варварах. Два варвара. Один 340, другой 320. В общем, вот я приехал именно в своих таких целях испытать варвар именно на этой реке. Так, точно все взяли? Никит? Да. Давай, ты за главного сегодня, ты ой, думай. Нет, давай, нет. Да все, к воде. Там камня, осторожно. Что, начинаем сплавчик, сразу да? Пороги, тут один порог, мы его проходим, и дальше уже не будет больше порогов. Как сюда садиться? Бочком. Никита, ты не плавал, что ли? Я на так не садился. Так, Никит, давай я ты... Большой. Ты давай, главное, у меня это, не навернись. Нормально поместился? Погнали? Да, да. Ну все. Начинаем наш сплавчик. Все, перекаты закончились, больше перекатов на этой реке не будет. Никитос там, походу, упал в воду. Блин, а я как бы проскочил перекат, и не помочь, и не подсобить. В общем, он там перекрутился. Я не знаю, говорит опытный каякер. Я думаю, ну ладно, сразу его на варвар посадил. Видите, знал бы, что он неопытный каякер, да, взял бы ему фиш-каяк. Сейчас выясним, что, как он там. Я пока подам. Значит, друзья, какие... На сегодняшнем у меня планы. Ловить я сегодня буду на буча. Старый добрый буч. Как много лет я его не доставал, им не пользовался. Кстати, надо настроить фрикцион, да, сразу перед рыбалкой. Сейчас как-нибудь царица клюнет. Значит, ловить буду на буча. Брал я ее именно под формат плотика. И сколько я там этих палок под плотик не менял, не тестировал, буч оказался самым-самым-самым лучшим для именно плота. В чем прикол? Супер короткая ручка, да, то есть она даже не до локтя не доходит. Ну и он такой относительно коротыш. Тест 40-100, и вот именно на плоту нет ничего лучше. Я ничего лучше не нашел. И вот получается, что для этой реки тоже, ну, замечательно. То есть, да, она узенькая, не надо здесь ничего размахиваться. Все, мы работаем вот как бы локтем.
куда угодно подаем, все это быстро, все это легко, непринужденно. В общем, для такой реки замечательная палка. В плане характеристик, я не могу вам сказать, что прям ну мега топ, супер и так далее. Она именно среднячок. Причем среднячок по всем показателям, будь то там дальность заброса, чувствительность, проводка, то есть все в средних таких показателях. Но именно как вот такой, вот такие вот реки, разведка, боем, палка вообще отличная. То есть она у меня вот лежит уже сколько лет, я ее не продаю, продавать не собираюсь. Под такие вот реки, под такие путешествия, вылазки, отличная палка. И я буду сейчас вот просто максимально здесь получать удовольствие. Лиса! Ух ты, лисица! Класс! Так, я припаркуюсь, я буду ждать Никитку. Пока ждем Никитку, продолжим наш разговор. Значит, как вы видите, сегодня я тоже старую добрую катушечку достал. Shimano Calcutta 201B. Обожаю эту катушку, просто мега супер. Да, тоже давно ее не доставал, давно ее не ловил. Вот сегодня разловим. Единственное, что, блин, парни, короче, дал товарищу на рыбалку. Смотрите, что он с ней сделал. Говорит, уронил, и она об камень обтесалась. Блин, да чего обидно, парни? Ну надо так, а? Кошмар. Вот как кому что не дай. Дал палатку, сломали дуги. Дал плотик, пробили ножом баллон. Дал катушку, вот, пожалуйста, тебе изуродовали ее. Так, Никитка там борется, Никитка плывет. Так, походу надо, короче, сейчас топориться и инструктаж Никите проводить, потому что он явно не вывозит каяк. А как так-то, Никит? Да он для меня какой-то неустойчивый. Ну ты же говоришь, что ты опытный каякер. У меня большой каяк, это какой-то для меня маленький. Так, сдувай дно тогда. Ну, открывай прям клапан, сдувай. Ты плывешь на киле, я же тебе говорю. Смысл в том, что ты должен опираться на два боковых баллона. Чтобы сидеть устойчиво, ты должен вот так вот, вот, ноги. Я переворачиваюсь, у меня коробка, я такой думаю, блин, где коробка, где спиннинг? Я этого ничего не вижу. Начинаю там руками шарить, потом вижу в 30 метрах от меня, я вот так вот, весло там же. Ты бы сказал бы, я бы тебе взял бы фишкаяк тогда. Я не знаю, как, блин, мне самое интересное с телефоном что, и с ключами. От машины ключи проверь, да. Давай, подожди, вроде там будут пороги еще? Нет, все, больше все не будет. Нормально. Ты, короче, очканул переката, да? Я просто думаю, как, куда, я вижу, ты что-то топло. Я хотел посмотреть, как ты будешь проходить. А ты вообще по перекатам, ну, много катался? Ты должен понимать. По перекатам ни разу в жизни. Понятно, короче. Здесь уже подавай, здесь мелкие щуки. Теперь не жарко. Блин, Никита, ё-моё. Да все, нормально. Да я бы тебе взял бы фиш тогда, и все. Там ты можешь на нем стоять. Это для такого, знаешь, ну, боевой режим вот эти. Ух ты, что это было? Есть! Видел? Бляха, муха, Саш. Есть, добрал. Хорошая щучка, да. Давай, может, под воде возьму. Да, отличная щучка. Нет, трех нет. Ты что, издеваешься, что ли? Не-не-не. Она ударила, промахнулась, догнала и вот еще раз взяла. Так что аппетит у нее хороший, Никитка. Ой, хорошенькая щучка. Один крючок. Сейчас сойдет, кстати. Блёха, тяжелая. Слушай, это прям зачетная щука. Вот так вот, пацаны, вот вам и джерк. Она такая бойкая, что мне ее не угомонить, Никит. Ну, короче, парни, первая щука довольно неплохая. Макрабер, арбузик. Давай. Я, честно говоря, удивлен. Я думал, мы там за этот сплав там одну какую-нибудь поймаем рыбу. А тут сразу в самом начале, может быть, и наловим сегодня? Было? Да. Это на мой всплеск вышло. О, там, слушай, такие завалы пошли. Я чувствую, будет очень интересно сегодня. Ладно, давай пробираться. В этом и интерес.
прям под дерево подали. Отличная подача. Да, река здорово. Ух ты, парни, цапелька пошла. Река здорово изменилась с нашего прошлого сплава. Обалденно красиво вот это вот, такие система корней подмыты. Ах, там палка опять. Блин, очень много деревьев под водой. И не сразу их видно. Замечательно, парни. Вообще, ну, просто душа отдыхает. Класс. Хорошо, что поехал. Тоже были сомнения, ну, относительно погоды. Жара, пекло невыносимое. Я вот, сами видите, в шортиках. Никаких не стал одевать вейдеров в тапочках. Ну, потому что все, сил нету. У макрабера этого стоит 15 голова. И, конечно, это дико много. Менять на 10 я не могу, потому что там уже он просто весь в мясину разбит. Его просто сорвет, если сейчас выкрутить штопор. Ямы есть лютые прям, подмывы. А есть прям мелкие-мелкие участки. И вот сложно. 5 грамм надо вешать сейчас вот на этой реке, я считаю. И все есть, и штопоры 5-граммовые, все есть. Но вот просто мне страшно выкручивать. Должна быть поклевка. Вообще классное место. Ну вот это все надо облавливать. Сейчас мы ее вот так вот из-под куста, смотри. Гаишник в засаде сидит. Как на уточку, да. Ну что, ты сдул дно, получше стало? Да. Ну. О! Окунь выскочил, схватил. Шварца одел. С такой этой короткой пяткой. Пробуем, кидаем. Не знаю, плохо, что зеленый. Я, честно говоря, сейчас вот больше на темный цвет склоняюсь. Ну и пойманный-то тоже было на темный. Ну, арбузик тоже, да? Непонятно. В общем, пробуем разное. Смотрим. Что-то как-то это. Я так обрадовался. На первом же участке взяла щука неплохая, хорошо. Причем взяла очень активно, очень яро, промахнулась. Догнала, ударила, потом снова догнала и уже сожрала. И это такой значок, что, ну, прям она была мега активная, могучая. Я подумал, ну, неужели сейчас будет клев? А нет, парни, видите, все равно тишина. Сколько уже обкидали, проплыли. И нет. Ну, конечно, глаз радуется, парни. Река обалденная. Очень красиво все. И я наслаждаюсь бучом, парни. Вот бучом в таких условиях, ну, это просто песня. Так, ну окей, давайте резину обратно ставить. Давайте пигу зарядим, да? Ну, как бы, и вообще, надо было с нее начинать.
ребят, все, отбой. Конечно же, парни, конечно же. Покидаем Джонни Воблера. Да, похоже, я такую поймал, знаете, супер-мега-активную рыбу, голодную, которая вот это время все, пока солнце здесь лютое, она голодала, мучилась, страдала. И уже у нее просто сил не было терпеть, и она уже бросилась под палящими лучами солнца на еду. И вот я ее поймал, потому что, ну, клёва нету, да. Парни, кабан. Охренеть, хрюкает. Оп-оп! И мы сейчас отсюда забираем щуку. Не забрали. Странно. Шикарный лаз. Угу. Угу. Видишь, часть берега была, и, видимо, вода вымыла. И вот аккуратно. Так, ну что, пройду я там хребтины-то свои не задену. Оп. Все, синего пига одел. Синий пиг у меня тоже рабочий, весь изуродованный, искусанный в мясину просто, в хардкор. Синий пиг тоже мне много рыбки приносил. Тут, короче, на ходах проходить надо, понял, Никитка? Да. Так. Кого? Да ну, брось. Возвращаю макрабера арбузика, тот, на который, собственно, и поймал. Сейчас такой боевой пойдет промежуток. Надо суетиться. Вот. Собственно, поэтому реку и выбрали, что так и подумали, что если клевать не будет, хоть будет интересно плыть, бороться с рекой, пробираться. Вот. Ну, вроде так оно и получилось, что-то. Клёва нету. Хоть поплаваем. Тебе отцепить-то вот что, зеленую? Да, мне сначала красная зацепилась. А никак там уже что-то намертво зацепилось. А, блин, у тебя прямо насквозь прокололо, Никит.
Ну, не можешь хотя бы просто отцепить поводок. Ты, там уже будет ты на финиш придешь, у тебя там просто... Так, красненький есть. Что, отцепил что ли? Все, все, ты уже проходишь. Ах, Никитка, вот же место, ты чё? Вот, в обраточку. Неужели здесь не будет сейчас рыбы? Да-да, в обраточку сразу подавай. О, шикарно, парни, под деревом пройду. Можем увидеть дерево глазами головля, парни. Как это видит головль? Блин, честно, даже кидать не хочется. Вот просто плыть по кайфу. Ну все, так это уже, парни, финальный участок такой, предфинальный. Одна рыба. Ты совсем освоился, да? Ты уже теперь с варваром на «ты». Я думаю, что надо поднимать тогда уровень, да, рек. Давай-ка в следующий раз какой-нибудь... Есть? Хорош. А я только говорю, что бессмысленно. Солнце в зените, тени нету. Никитка, поймал. Окунь, что ли? Бьется как-то, как окунь. Ну ладно, шлеп отпустили, да? Типа не жалко, поймал. Не, ну да, я видел ее клюв. А какая там была-то? Килушка, нет? Меньше? Да, максимум килушка. Я думаю, что на этом можно заканчивать, потому что остался последний финальный участок. Чем я доволен? Во-первых, варваром. Этот маршрут вы прошли гораздо быстрее, чем на фишкаяке в прошлый раз. И я ни разу не вылезал из него. Я бучом сегодня прям, ну, насладился, парни. Это была не рыбалка, это не прокидка, это был отдых. Ну и рыба. Какая, да? Ну, это я оставляю уже на ваш суд, на ваше решение. Хорошая щука, плохая щука, мелкая, большая — это уже мне лично не важно. Кому важно, тот сам решит. Главное, что она доставила мне массу удовольствия, подарила мне замечательную поклевку с догоном, с дохватом. Ну, короче, класс. Ну и, собственно, все благодаря вам. Вы же все настаивали на сплавчик с джерком. Вот, парни, вам спасибо. Если бы не вы, не поймал бы я эту красотку. Правильно? What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Это с одной. Нормально ты нырнул, я смотрю, Никита. Я целиком тебе говорю. У меня все прошло, я весь ушел. С головой прям? Да.
Да, Никитка.